Установлено соединение со спутниками. Маршрут проложен. Приготовьтесь. Сегодня у нас начинается грандиозное путешествие по горному Алтаю. Да. Проехали мы. Майму проехали. Сейчас. Горный Алтай. В горном Алтайском мы взяли машину в аренду. Нам и говорили, попали мы в пробку. Да. Теперь будем тащиться примерно километр этой пробки, даже больше, а потом еще пробка. Короче, нам бы доехать сегодня до места, которое мы определили. Да, заночевать, а завтра с утра нас уже закинут вверх. До Мульты мы сегодня едем, там мы ночуем и завтра отправляемся в горы. Да. 3 дня будем в гараже. У нас кондюк работает. У нас почему-то работает кондюк, поэтому скоро будем заправляться. Да. Пока мясо морала не нашли. Может быть, в пробке кто выкинет, там подберем. Такое ощущение, что мы куда-то к морю. Ничего покупать не буду. Я устала сидеть и решила пройтись. Зато офигенный вид. Добрались мы до первого крутого места. Это река Катунь. Здесь катают на лодках. Что хотим сказать? Пробки на Алтае есть. Да, пробка большая, час потеряли в пробке. Вот. А так бы могли час походить по мосту, по парку, но не в этот посмотрели, раз, на обратном пути. И подумали, что заложим время на обратный путь и обязательно посетим это место. Вот. Если перейти по мосту, можно попасть в крутой парк и посмотреть на настоящего медведя. Но если мы встретим настоящего медведя на отдыхе в горах, то, наверное, на медведя не пойдем смотреть. Но лучше бы мы его не встретили. Почему? Медведь Михаил там написано было. Вообще очень медленно едем, еще ехать 450 километров. А до вечера нужно добраться. Вообще. Короче, нужно топить. Помчали.
фокусов на камеру можно? А, мы повернули на... Ну-ка, Андрей. Усть-Кан. Усть-Кан? Да. Повернули на Усть-Коксу. Вот. Проехали 14 километров и охренели. И почувствовали всю прелесть алтайской жопы. Только повернули, наверное, километра 2-3 проехали, и просто началась жесть. Нам вот сказали, что грунтовка. 200 километров еще такой началась дороги. Началась дорога без дороги. Здесь просто нереально ехать. Пылище, и, наверное, только внедорожникам сейчас по кайфу. Не, внедорожники ехать. Прекрасно да, ездят. В общем, кочки, полная жесть. По-другому не назовешь. Так что приедем к ночи. Нам еще ехать 200 километров. Нет, меньше. 210. Да, 210 я думаю, уже 200 километров. Ровно. Мы проехали всего 10 километров. Дорога пошла. Сейчас уже сколько времени? 7? Да? Нет, 6. 6 18. Ну, в общем, не знаю, когда мы доберемся.